Аппаратное совещание началось с обсуждения уборочной кампании. Губернатор Сергей Морозов сообщил, что Ульяновская область находится в числе лидеров по темпам уборки урожая не только в Приволжском федеральном округе, но и во всей стране. Кроме того, глава области отметил высокое качество собираемого зерна. Подготовку к отопительному сезону и новому учебному году губернатор назвал среди остальных задач наступающего месяца. Сергей Морозов объявил сбор вопросов от родителей, педагогов и учащихся к традиционному августовскому образовательному форуму. Для нас очень важно, чтобы дети, чтобы преподаватели, чтобы родители понимали о том, что мы очень и очень серьезно относимся к качеству образования. Мы очень серьезно заботимся о том, чтобы дети получали качественное питание, получали качественные образовательные услуги, получали качественное дополнительное образование. Следующей темой аппаратного совещания стали кадровые изменения. Губернатор напомнил о грядущем разделении Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия на два ведомства – Министерство здравоохранения и Министерство семьи и демографии. Сергей Морозов уточнил, что это не просто техническое преобразование. Оно связано с особым вниманием, с которым правительство относится к вопросам семьи и напрямую связано с выполнением майского указа президента Владимира Путина. Мы точно будем заниматься семьей. Мы точно будем бороться с бедностью. Мы точно будем заниматься повышением производительности труда. Мы точно будем повышать благосостояние всей Ульяновской области. Мы точно сделаем все, чтобы люди жили и гордились, что они живут в Ульяновской области и жили здесь комфортно. Губернатор заявил, что уже в ближайшее время будет создано Министерство природных ресурсов и цикличной экономики. Его возглавит бывший заместитель главы администрации Сенгилеевского района Дмитрий Федоров. А вот в качестве министра развития международных и межрегиональных связей была представлена Екатерина Сморода. Главными направлениями деятельности Министерства развития межрегиональных и международных связей, безусловно, будет расширение торгово-экономического сотрудничества с приоритетными странами-партнерами. Соответствующие страны прописываются у нас уже в становящемся традиционным документом. Это декларация целей и задач развития международного и межрегионального сотрудничества региона. И еще одно кадровое назначение. Губернатор во время аппаратного совещание подписал распоряжение о назначении министром физической культуры и спорта Назира Шамсутдинова. Я думаю, что это большое и интересное приобретение правительством Ульяновской области, которое, несомненно, хорошо скажется на нашей огромной работе. Другим важным решением в спортивной сфере станет создание центра подготовки футболистов и современного футбольного стадиона в Димитровграде. Об этом также объявил губернатор в ходе аппаратного совещания. Вопросы военно-патриотического воспитания стали другой темой. Губернатор озвучил несколько инициатив, которые должны способствовать развитию этого направления. Было объявлено о начале подготовки к празднованию 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В указе губернатора надо прописать об установке символов, флагов, родов и видов войск. Чтобы парни, девушки, жены, там, семьи могли собираться в определенные профессиональные праздники рядом со своим знаменем своего рода войск. В области должен появиться и памятный знак в честь участников Первой мировой войны. Ежегодно соответствующий день памяти отмечается 1 августа. Кроме того, губернатор дал поручение помочь создать общественные организации, объединяющие ветеранов различных родов войск. Они должны появиться в каждом муниципальном образовании. Сегодня в области начинается декада, посвященная празднованию Дню дружбы народов. Изменения должны коснуться управления центральным парком, носящим соответствующее название. Понятно, что общественными усилиями мы окончательно порядок там навести не сможем. И поэтому было принято решение, Сергей Иванович, обратиться с такой просьбой о целесообразности создания специального муниципального учреждения, главной функцией которого станет благоустройство парка дружбы народов. Губернатор эту просьбу поддержал и отметил, что подобное учреждение никогда прежде не существовало. Обсуждались вопросы благоустройства одного из самых знаменитых сел Ульяновской области. В Укшуате ведется ремонт автомобильных дорог. Сейчас вопрос по ремонту моста. Буквально заканчивается изготовление сметной документации. И будем выходить на торги, чтобы в этом году отремонтировать мост. Заместитель председателя правительства Светлана Колесова напомнила главам муниципальных образований о необходимости составления проектной сметной документации по благоустройству. В противном случае они могут не получить финансирование на будущий год. Рассказал зампред и о начале работы Центра компетенции по вопросам городской среды.
В рамках создаваемого центра компетенции мы создадим экспертный совет и экспертиза проектов благоустройства каждого проекта, который будет выноситься на финансирование следующего года, будет проводиться этим экспертным советом. В заключение аппаратного совещания поговорили о вопросах промышленности. Ульяновский автомобильный завод осваивает новый модельный ряд и модернизирует производство. Всего в реализацию программы качества в этом году мы планируем более 200 миллионов рублей, а на модернизацию производства планируем более 500 миллионов рублей инвестиций. Итак, таким образом, темпы производства в первом полугодии обуславливали работу в односменном режиме, к сожалению. И сейчас текущий план предполагает, что с августа месяца мы уже начинаем запускать вторую смену. В связи с этим завод испытывает недостаток квалифицированных рабочих руках. Сейчас на предприятии требуется более 100 человек. Представитель УАЗа попросил глав муниципальных образований помочь восполнить этот дефицит. На предприятии готовы даже возить людей до места их жительства на корпоративном транспорте. Егор Титов, Юрий Конехин, новости дня, Ульяновская правда.